Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Для тех, кто по-прежнему еще не знает, что это ключевая ставка, то есть... Я и не хочу знать, да. Это не ключевая вода вам. За этими деньгами обычные банки коммерческие идут, соответственно, в Центробанк и берут у них денег именно под такой процент. Сами понимаете, для того, чтобы не прогореть, они дают кредиты нам под еще больший процент. Вот это вот вкратце, что такое ключевая ставка. У банков своих денег нету, которые они могут дать взаймы обычным людям? Так они и дают деньги, именно они же не сидят на кубышке. Они получают деньги, и, соответственно, эти деньги дают под кредиты. А деньги они берут у Центробанка именно вот под такой процент. Но и сами понимаете, что кредиты для нас с вами, для обычных россиян, становятся все дороже и дороже. Ипотека доходит уже до 25%, поэтому, ну, брать под эти проценты, конечно, это нереально. Это надо быть совершенно сумасшедшим человеком, либо печатать деньги. Да поживем еще в однушке, ничего страшного. Абсолютно правильно. Ну и самое главное, что вся эта безумная совершенно высокая процентная ставка, она очень сильно бьет по экономике, потому что не так уж много отраслей, которые могут получать маржу больше 21% годовых для того, чтобы, соответственно, справляться с этими кредитами. Мне понравилось мнение нашего гостя, которым мы закончили разговор. Надо больше зарабатывать. Конечно. Да, ну да, чего? Да. Ну, вообще, сидим, вот ерундой занимаемся. В нашем нестабильном мире с плавающими процентами, скачущими курсами, растущими ставками есть только один островок эмоциональной безопасности. Стабильность. А я бы сказал, три кита. Где только позитивные ноты и только белые клавиши. Вот на них мы и играем, а рядом еще и поем. Где она набралась таких знаний в экономике? Вечером. В куплете. Слишком часто меняется ставка. Путь к успеху понятен и прост. Иногда небольшая прибавка, а иногда оглушительный рост. А вы ипотеку, нужна вам квартира, не гоните, это счастье не всем суждено. В калькулятор забила заповедная 21. Ну что сказать, ну что сказать? Пошел мороз по коже, кредит не взять, кредит не взять. Чем дальше, тем дороже. Ну что сказать, ну что сказать? Рекорды будут биты по 25, по 25. Теперь дают кредиты. А расскажи, продуктовая лавка, а почем творожок, молочко? Виновата процентная ставка, ведь теперь это ставка очко. Днем и ночью родной регулятор к 20 прибавляет один. Отберите у них калькулятор, пусть на счетах попробуют блин. Ну что сказать, ну что сказать? Пошел мороз по коже, кредит не взять, кредит не взять. Чем дальше, тем дороже. Ну что сказать, ну что сказать? Рекорды будут биты по 25, по 25. Теперь дают кредиты, теперь дают кредиты, теперь дают кредиты. Кредиты с такими кредитами. Все, вот такая вот печальная пародия.